Брат, играем. Поехали. Это 10 минутки, о, 10 ходовки по 10 ходов. Так, ну, Red Knight, уже Red Knight. Зачем я его играю, сам не знаю. Я не знаю, что делать с Ленской защитой. Ничего страшного. Посмотри, какой уже отрыв по времени. И то, что когда ты начинаешь. Так, у тебя последний остался. Последний ход. Все, мои ходы. Это побили. Давай, 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 поехали. Куда дальше? 4 грамма на солнце 6 потом. Солнце 6. Я думал, ты заля... Солнце 6, что ты делаешь? Нормально. Слоном бей. И солнце 3, солнце 3, вышибай. Ты меня не слышишь? Или задержка? Задержка. Или что? Или ты специально игнорируешь то, что я говорю? Так. Я так и думал. У меня 4 хода осталось. Ну нормально, хорошая компенсация. Ладья за один тупой тупизм, конечно. Ладья надо сохранять было. Ничего страшного, мы выиграем эту партию. Я знаю. Все, у меня последний ход. А, я уже сделал, все, ходи. У нас 20 секунд лишнего времени. Почему же не шахту дать на C5? Потому что он абсолютно бесполезен. Сейчас не увидишь проблемы с пешка 4. Все, у нас уже перевес. Так, ну... 30 секунд лишнего времени мы привезли через TeamViewer. Так, тебе да, без ходов. Ты чувствуешь? Да, они очень медленные, потому что TeamViewer очень сильно глючит. Я дотерплю. Для чистоты эксперимента я должен терпеть. Все, мои ходы. Давай. Мои ходы. Давай. Так, что здесь, А4. Все, первая победа. Давай повтор с ним же. Нажмем на паузу, дождем соперника. А, вот он. Все, Никита, да. Начинай. Поехали. Доходи уже. Да, Е4. Я пытаюсь, но не ходит. Е5, Алехин, Д4. У них 3. Так, давай. Ты здесь что-то анализировал сегодня. Да, Е5. Так. Зачем я это играю, ты же нифига не знаешь. Ой, набзинули коня, значит все отлично. Так и надо. Так, еще сколько у тебя ходов? Все, они кончились. Я не знаю, ферзь c3. Давай, отлично, вяжем. Слон e3. Потом конь d2 и конь e4. Подожди, чего? Бей, бей, бей его, бей его, бей его! Конь c3. Так, мне еще 4 хода, Никит. Так, времени мало. Так, это побили. Не важно, ходи быстрее. Подожди, так защитить надо. Все, ходи, Никит, твои. Твои, я 20 сделал. Так это ужасно. Потому что на твоих ходах выигрывалось. Да пей ты уже, отпускай. Ну. Я пытаюсь. Давай, хоть заходи. Да иди сюда! Куда? Ну да. А что ты оказался? Я еще на гесель. Сейчас ничья без личным шахом. Все, пойдем. Здесь мы все сдержим, натиск. Давай, иди в натиск. Все. Проходную, давай. А что их же 4? Да не так. Что ты делаешь? Блин, флаг срубили. Все, следующий, поехали. Да, поехали, Никита, ходи. Ходи, Никита. Я не вижу, у меня решетков в черепе. Решетков в черепе. Давай, я играю, да, концентри, давай, дашь. Я играю, концентри, давай, конечно. Я что делаю, ай? Е2. Ай, ну да ладно, ничего страшного, это жертва. Д4. Слон d3, да, так и запланировано. Ничего, что на d4 поставил. У тебя один ход остался продержаться. А, давай, давай. Так, ну... Да, да! Нет, там ладья e8. Надо было бить конем. Что я сделал? Король f2. А, он не берет, отлично. Слон f3. Да все, мои ходы подставил. f3, давай. Нет, да. Так, что такое? Сюда... Я там 2 лишних додержал. У тебя будет 2 лишних хода. Хорошо. Да у меня мышка не ходит. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Почему у тебя-то не ходит? Давай лишь конь d4, ничья-то. Так, все, поехали. Побил. Я где конь? Вот сюда.
сюда, защитил. Отошел. Где стоят фигуры? Они у меня между клетками. Все, ходи, Никит, ходи, давай. Ладно, я сам похожу. Так, сюда. Отошел. Так я не вижу, простите, у меня фигуры между. Подожди, дал шаг. Ладно, давай. Коня закинули. Побили. Ай, жестко шах, побили конем, не побили земную ладью, не берут. Зашли, сюда поставили эту штуку, отошли. Вот эту штуку сюда. Короче, опять стрясли флаг. Нет, это нам сейчас его стрясут, да. Жесть, так нельзя играть. Где ладья стоит? Чего? Почему слон стоит на EF34? Очень долго. Все, давай следующую. Так, мы продолжаем. Мы поменялись немножко. Да. Теперь Никита показывает мне экран. Здесь будет лучше. Это напоминает 10 ходовки по 10 ходов по минуте. Да. Все. Когда мне играть уже буду? У тебя еще один. Все, играй, следующий ход твой. Мой, да? Да. О, это ужас. Хорошо, начал. А что ты видишь сейчас на экране? Жесть, ничего не говори. Слон F5. Слон F5, да, да. Короче, да. Вижу. А что, да как дальше? Не знаю, коня куда ты? Что ты делаешь? Ты зевнул слона. Че зевнул? Да, зевнул. Нет, ничего не зевнул. Да, зевнул. Все зевнул. Даже 6. А, нет, еще твой ход, извини. Ты его сам туда вставил. Да нет, он так не хочет. Так. Все, мои ходы, отпусти. Давай. Нет пока прогресса. Так, 7 годов тебе, Никит. О боже. Некуда, все поля отняли. Они все отняли все поля, замуровали. Знаешь, чем закончится? Матом по первой. Кому? Нам. Как? Он уже ушел оттуда. Да все мои ходы, мои, все мои, Никит. Все мое, мое. Нет, у нас был шанс. Мат следующий ход. Да. Нет, нормально. Не, он не ставит. Мы убежим, давай. Нет, нет. Давай, G5, G5. Нет. 6 миллисекунд, она была на F4. Я не думал, что он оттуда шаг даст. Ладно, еще одну. Надо мне начинать, Никит, чтобы... Давай, начинай, только быстрее. Все. Подожди, я сейчас посерьезнее постараюсь отнестись к делу. Так, если ты видишь экран, то все нормально. Я даже хожу. Так, это мы сюда. Это сюда. У тебя F5 выигрывает. Или конь F7, все это выигрывает. Конь F7 выигрывает, ладно, F5 тоже. Мой ход. Не трогай фигуру. Все, 10 ходов твои. Отлично. Коня не обязательно было зевать с слоном. Не зевал. Опа. Да бей на F5, господи. А там есть мат? Ферзь, слон E6, слон E6. E4 матовало, ты меня запутал. Что мы сделали? Опять? Как случилось? Мат, ты бы поставил. Блин, слон D7, что делал? Все, давай два хода сделай. Да! Все, мои ходы поехали. Я старался. О, боже. Так, это мы сюда пойдем. Разница. Ладью, ты не бьешь ладью. Давай, все шансы на мат следующим ходом. Ладно, повтор. Сейчас сколько рейтинг в ноль уйдет. Так это же, вы говорите, как там, пульки, пофигу. Все, да я первый даже. И все-таки, когда я начинал, было лучше. Мы, по-моему, одну пока выиграли, 175. Да.
Никит, понимаешь, ты первые наши 10 ходов тратишь на херню какую-то. Все, играй. Все, окей, поехали. Солнце 6, конь Е5. Да, это я знаю. Конь Е5. Да нет, он не отдаст там, наверное. Отдал, отдал. Бей, бей слона. Это наша партия. Давай. Давай. Нет. Так. Давай, да, да. Да, фигур все меньше. Отлично. Почему ты не бьешь ладью? Сколько там мне еще ходов ходить? Два. Неважно, любой ход, все отлично. Шах. Все, занимайся. D5. Ой, здорово. Чеки, дай мат. Давай, давай. 5 ходов. Здесь должен быть мат 5 ходов в этой позиции. У тебя 30 секунд подумать. 3 хода. Все, я вижу мат. Победа. Поехали. Повтор. Я сейчас в порядке сыграл. Да. Все, все, давай, давай. Я, мои первые, дай 10 сделать. Играй. Да пускай берет, это не жалко. Это все шлак. Да он не будет брать этого коня, он им нафиг не сдался. Б5, сейчас конечно. Возьмет, смотри. Урод, не взял. Ладно, отошли. Закинули. Сюда. Отлично, грамотно. Молодец, ферзь F6. Напали. Так. Бей его! Все, мои ходы. Все, доиграй. Давай, это наша, да, тоже должна быть наша, Никит. Пора сравнивать. У нас фигура не развита. Да пофиг. Может, ты занимался какой-то еще хренью. Да мы сейчас мат дадим по линии же, давай. Бей, да сало, да с качества. Какое качество? Все, еще два хода, Никит, я должен. Ты пожертвовал. Так, все, теперь мои ходы. И ферзя, да, давай, у него все ладьи висят, это наш шанс. Бей ладью, бей. Все, сюда встал. Да, все, и мат не зевни, что ты делаешь? Какой мат? Отошел. Там всегда может быть мат. Каким образом? Отлично, не знаю, ходи как-нибудь. Ладно, все, отлично. Нужно ходы. Осталось. Как мы будем доигрывать потом? Я не успею дать мат с таким количеством. Ну, флаг срубишь. Давай, хорошо, ходи, все, мои ходы. Давай, ходи быстрее только. Все, сейчас нужно от шахов избавиться. У тебя 5 ходов, чтобы от них избавиться. Все, на D закинули. Король должен прийти вот туда, дать мат. Все, вот он мат, почти. Нет. Давай. Мои ходы. У меня да, еще да один, все, ходы. Играй, голодец, бей на F1. Неважно, любые ходы, вообще не думай. Куда вот, король под шахом, куда вот поставится фигура, туда и ходи. Победа. Поехали, следующее. Чего за ошибки? Все, мы с ним сравняли, у нас 2-2 уже. Планета не выдержала. Представляешь, мы с тобой 10 ходовки вывозим. Так вот, нажмем на паузу, дождемся нормального продолжения. Все, мы поехали. Мы поехали, да. Да, я скажу уже. Да, это Конан против нас играешь. Да, наверное. Что ты делаешь, это король? Сколько там мне осталось? Тупо, ну нормально. Все, я 10 сделал, ходи. Блин. Ой, не попал, да? Да, ну так же лучше получилось, наверное. Нет, хуже. Не страшно. Против 7. И 5. Сколько там? Блин, еще 4 хода я. C6. Да я просто хорошо играю. Все, мои, Никита. Ходи. Надо как-то дать мат, конь F3, ферзь H5. Не знаю, никого мата нет, но пофиг. Надо флаг рубить. Так, ферзь H4. Да, отлично. У меня H4 грозит. Он не... Ой. Можно? Не знаю, бей, надо да. Надо было ладью побить, пофигу. Не надо было бить ладью, так сильнее. Ферзь H3. Все понятно. Нет, нифига не понятно, что хода нет. Конь G6, да, G2, не знаю, неважно.
Бей, бей ее. Три хода осталось. Нет, на d5 висит конь e7. Ферзь g2, конь e7, быстрее, неважно. Сколько у меня осталось? Три? Два хода. Два хода. Ну, ферзь g2 сыграем. Так, это можно побить же. Эй, да, мы побеждаем. Шах на g4. Да ладно, так, мы мат получим шах. Отлично. Все, ходи, твои ходы. 1 секунда. Мы победим. Ты флаг хочешь срубить? Да. И мат не получили по пути. Так, у тебя еще 6 ходов. Все, моим... А, нет, еще 3. Мат на c2, давай твой ход. Да почему мой 38-й ход, че плывешь? А, да, ну ладно, не ладно. Поехали, повтор. О, мы кого-то крепко выбрали, 1800, наверное. Ужас. Слушай, у нас все пошло, мы наладили. Не, по 10 ходов очень тяжело играть. Минуту. Да. Такая жесть. А вот он... А, это ему... Я думаю, это он нам посылает. Так, ну нажмем на паузу. И 4. Поехали. Быстрее, 4 секунды. Чувак, ходи. Пожалуйста. Нет, он не будет. Вот. Планы. Поехали. Поехали. Так, первые 10 ходов а я должен сделать. C4, все, неважно, не глядя, а конь C3. Понимаешь? Да, зевнул пешку, пофиг. Нет, ферзь висит. Конь E2. Нормально, все, бей, надо ты. Конь F4, так, все. Все, мои ходы, отлично. Давай, занимайся. Ай. По-моему, я вывез дебют. D5. Мы уже играли с ним соперником, я помню эту структуру. По-моему, мы-то скрутились без кого-то. Да. Конем отдаю на H2, специально отдаю на H2. Конь C7 грозит. Уже не грозит. Ой, конь C7 же был, а, не было. Он дал миллиард бесполезных шахов и теперь стоит, выиграл. Все, мои ходы, Никит. Играй. Король E3, шах. Король, королем, королем, все бей королем. Это наш принцип, забыл? Да, с камбэком. Нет, ты в этот бой ставишь, конь B5, отлично. Да, отлично, отлично. Еще один ход. Нормально, все, поехали. Все, занимайся. Хорош. На e4, на e4 надо вести. Да. D6, на d6 грозит. Ай, побить надо. На d6, все, на d6. Здорово. Все, пешку на f5. Да бей его. Не надо бить, там будет ничья тогда. У тебя один ход остался. Все, я. Играй, играй, быстрее. Нормально по времени. Ладья c6. Бери ладью. Ладья d3, быстрее. Шах, ты что ты делаешь? А, давай еще 4 хода я дошлепаю. Давай, давай. Все, начинаем. Он пройдет или нет? Да, он пройдет, он пройдет, он пройдет, да, да, да. Флаг срубить осталось. Ну, здорово, есть. Есть. Победа. Так, поехали. Ну сколько мы с тобой? 65 ходов? Ну как раз я 3 раза играл. Как мы смогли в таком формате сделать 65 ходов за 59 секунд? Я не знаю, поехали. D4 побили. Александр Кононов. Побили. Да бей, да не ферзю. Я хотел ферзя на D7 поставить, ну да ладно. Так тактично выводим. Нормально, всего лишь плохая позиция. Это не так, не такой плохой итог дебюта. Давай, 3-0, может и не такая позиция плохая, кстати. Сам все, ходи, твои ходы. А. Сейчас он зимнет что-нибудь. К сожалению, нечего. Сейчас он 3-0 сыграет какой-нибудь 4, надо нормально напали туда. Давай, давай, посерьезней. Справимся по времени. Слон g5 есть деда. Взяли, ладья d1 и конь f2. Все, здорово. Здорово, Никит. Ну, короче, 20 минут мы записывали видео. Да, и только сейчас что-то начало. Да, проходить. Да, да. Ну, в качестве эксперимента мы его выложим. Всем спасибо за внимание. Это были 10 ходовки в пуле. Всем спасибо.